Бластер Тек, 6 стволов, фирмы Басби Тойс, артикул 40-803. Сейчас попробуем пострелять. Каким образом заряжаются дротики? Вот просто до упора вставляем и все. 6 стволов здесь, соответственно 6 выстрелов. Вот таким образом взводим. Взвели и стреляем. Ай! Сейчас попробуем, как будет стрелять прицельно в кондиционер. Ой. Вот таким образом. Можно быстро. Достаточно стрелять. Мы, когда взводим, стволы поворачиваются и стреляет следующий дротик. По такому принципу все остальные бластеры Басби Тойс устроены. Ну, метров на 10 бьет. Можно по комнате спокойно стрелять, играть в войнушку. Абсолютно безопасные дротики, сделаны из мягкого силикона. Кстати, мы сейчас использовали дротики от оружия Нерв. Это свистящие дротики. Можно использовать с липучками свои родные. Можно от Нерв. Вот такой бластер.